у нас утро на аватаре, утро на аватаре. Утренняя разминка. Разминка, yeah, guys. Доброе утро, друзья! Я не буду запаривать. Все три возьми, все проходят. Эй, здравия! Продолжается доброе утро, друзья. Аватар 2019.
только начинается утро, началось на станции, с йоги, медитации, мантры. Плавно переходит продолжение в языке. А здесь вчера мы зажигали, у нас была лишь нон-стоп барабанная дискотека. Под дождем просто заливалась. И эта девушка стояла на столе, и она пела просто офигительно. Это было обалденно. Здесь все было, вот эти столы, тут все было заполнено. Народ танцевал просто под этими крышами. Джей, доброе утро! Продолжаем утренний поход. Люди просыпаются, заряжаются, наполняются. Привет, малыш. Привет, малыш. Доброе утро, Хари Кришна. Хари Кришна. Мои поклоны. Здравия, Андрей. Массаж, тай-массаж. Тайский массаж, Андрей делает тайский массаж. Обучает тайскому массажу. Индийская кухня. Индийская кухня. Пошли только центральную поляну. Здесь вчера еще не полностью дают, это очень много что есть. А здесь вчера я пивался. Мы пивали с соком, фреш. И, кстати, здесь очень хороший фреш. У них хороший фреш, морковный. Ну и всякие другие. Где тут у нас вывеска с меню. Вывеска еще не встала, но вывеска очень хорошая. Ассортимент очень большой. Здравия, друзья! А где ваша вывеска? Все намокло же, все попрятали все, да? Доброе утро. Здесь очень прекрасный сок. А как называется ваша? Омбар? Да. Ребята, Омбар. Омбар находится в Киеве, Бейсон, Киев. Я вчера здесь опился всяких вкусняшек. И скажу, что хорошие цены, хорошее качество, самое главное, хорошая энергия, которую ребята вкладывают. Вот даже просто делая сок, да, или смузи, они вкладывают свою энергию. То есть люди с хорошей энергетикой. А это очень важно. А вот здесь возникает стена. Вчера здесь девушка Ира разрисовывала эту стену. И это, кстати, вот ее. Это, кстати, вот ее. Ее Эд Булдакова. А, я не знаю, где можно найти. Это Инстаграм, наверное, скорее всего. Окей, этот автор красивый. Искусство, которое она изобразила. А видите? Этих прекрасных изображений она расписала. А вот Ашок. Ира Булдакова. А это расписание. Здравия, Матаджи. Намасте. Расписание. Сегодня второе число, так это только часть расписания на сегодня и на завтра. Большое изобилие масса, на самые разные темы. Вот у нас здесь
акустики, у нас здесь поляна. Шакти Мьюзик Спейс, Шива Спейс, Медитейшн Спейс, Акра Йога Спейс, Лектория на траве, Кид Спейс, Массаж Спейс, Мул Спейс, Ар Спейс, Трансформейшн Гейм Спейс, Ти Спейс, Флай Йога Спейс и Бич Спейс. Right. И сегодня у меня будет мастер-класс в Виктории на 18 часов. Пожалуйста. А где она? Что-то не могла увидеть. Вот она, Ярослава Мудрого. Тема у нас какая? Как правильно начать новые семейные отношения после разрыва предыдущих. Добро пожаловать. Вот эта тема интересная. Также поговорим о семейных вопросах. Ну, мы продолжаем наше путешествие. Здесь у нас клубы, так понимаем. Так, чай спейс, ти спейс, чай. Здесь я еще, кстати, не был. Третий день я еще здесь не был. О, эту часть я вообще не посвящал, кстати, да. Тут, в общем-то, есть где пройтись. Доброе утро, страна массажная. Детокс путь 21. Процесс. Так, это мы проходимся, так я понимаю, в курт, это курт, шоппинг курт. А здесь разные. Можно очень интересного найти. Какое красивое. Это самостоятельная работа? Это самостоятельная, но не моя. Очень красиво. Неизвестного художника. Очень красиво. Как все красиво. Интересно. Вы нашли свое место в этой жизни? Какие у вас пожелания, ожидания от этого фестиваля? Цього фестивалю зустріти нових людей. Що зробити? Зустріти нових людей, отримати якісь нові ідеї, якісь нові думки, враження. А ви, коли ви кажете якихось людей, якісь нові, нових ідеї, нових людей, якісь, а всі люди вас задовольнять, яких ви зустрінете? Всі? Так. Немає значення, ця людина визиває вас позитивні емоції, чи негативні? Немає значення. Чудово. Ця людина мала мені зустріти. Бінго, look at this, це вже продвинутий підхід осознанності. Все есть учителя, ученики, да? В нашем пространстве здорово. Это так, очень хорошо подходит. Ну, если мы еще делаем намерение, хорошее намерение, да, которое поможет мне наилучшим образом исполнить мое предназначение, наверное, это будет более позитивно, да? То есть можно копаться в негативных опытах, хотя все опыты у нас полезные, но попросить пространство, чтобы дало то, что наибольше поможет мне исполнить мое предназначение. Просто без негативного досвіду неможливо оцінити якраз цей позитивний. Все правда, да. Щоб захотіти піднятися наверх, потрібно поки спочатку впасти вниз. І зная бідствування, рішення, ти поїстину можеш оцінити достаток, який тобі дає життя. Це здорово, правда. Благодарю вас. Желаю, щоб ваші всі пожелання збулись, які допоможуть вам виконувати своє призначення в благості. Дякую. Найвищим. Вам бажаю гарного фестивалю. Дякую вам також, матуже. Намасте. Намасте. Так, ми продовжуємо. Здесь у нас йде і мастер-класи. Ага. І мастер-класи, і... Мехенди, так мы это Мехенди, мы уже видели, это прекрасная девушка делает Мехенди с очень сердечной энергией. А, Матаджи, кому интересно, кто хочет иметь Мехенди на своем теле, рекомендую обратиться к этой прекрасной девушке Татьяне Мусенко. Очень сердечная девушка. О, вот это Шива Темпл, это очень интересно, это очень интересно, Шива Темпл. Эй, look at this. Фото сделали, продолжаем дальше идти. Look at this. Дуга. Огнеш. Огнеш. Мы продолжаем наше путешествие. Доброе утро. Доброе утро. Заряжайте свои пространства благостью, чтобы к вам люди притягивались. Чем больше благости, тем больше людей захотят стать счастливыми. Всем доброе утро.
Живі мандали. Добре утро з мандалом. Здраві. Да-да-да. Да, у нас такая поляна. Это полянка. Какая интересная поляна. Здесь разнообразие. А чего здесь только нет? А я еще здесь этого не видел. А вы теперь посмотрите. О, кстати, левита, да, это, кстати, вот эти гамаки, которые, если я взял таких два гамачка разного цвета, очень хорошие. Какая цена ваших гамачков, Саня? 500 и 750. 500 это переработанный пластик, 750 это хорошо было. А армированный который, да? Он не армированный, он просто... Ткань армирована, нет? Нет. Нет? Ткань не армируется. Ну, ткань есть такая, как она. Плетение крепкое, выдерживает. Она называется, ну, не знаю, может, я неправильно сказал, но тандыри, там, типа, такая сеточка, она типа, армированная ткань. Это для гамаков не нужно. Это для, ну, здесь все компенсируется плетением, которое это очень прочное. А правильно я понимаю, что это авторы, это Маргарита и Паша, да. А, все, значит, тогда это все правильно, да. Супер, да. И я знаю, это очень хороший бренд, я купил себе тоже. Да. Благодарю вас. Они будут на сказке? Да? Джай. Хорошо. Заряжайте пространство благостью. Заряжайте радость даже на расшивы. Понимал. Какие классные здесь гамаки. А здесь у нас идет йога. Так, это у нас Shiva Space. А, ну, это... Не понял, Shiva или что там? Shanti Space. Окей, мы продолжаем наше путешествие. Поляна. Это, по-моему, для поляна для славянских. Да, это для славянских тут было забав. Посмотрим еще раз, про эту поляну. Поля. Такая поляна. Я стою на поляне. Это вторая поляна, не центральная поляна. Так. Ну что, продолжим движение дальше. Закончим круг, чтобы у вас уже было полное впечатление от того, где мы находимся. Окей, вот уже объявление уже будет. Отлично. Так. Хорошо. Shiva Space, да. Shiva Space, exactly. Это чайная церемония. Чайная церемония. Shiva Space. Так, здесь мастер-классы проводятся, как сменить мастер-классы и Tea House. Какое разнообразие, вау, тут столько брендов, когда даже я на сказочном городе ел. Look at this, учительская, ух ты, интересно. Это Мария, кстати, Мария Орловская, которую я очень рекомендую. Она проводит чистку на голодании. Она веган. Она родила троих детишек дома и дому. Очень приятная девушка, которая... Она профессиональный врач. И она помогает людям уже очень давно. И через... Она проводит ретриты. Именно по голоданию я сам лично участвовал. Недельное голодание еле выдержал. Но это было классно. Мария Орловская. У нее очень фундаментальные знания, профессиональный врач. Так. Мы продолжаем наше путешествие. Пошли на полянку. Тут это акро-йога. Парная йога. Парная йога. По-моему, она называется акро-йога, если я не ошибаюсь. Я в Одессе попробовал в прошлом году. Мне очень понравилось. Для пар, для семейных пар. Очень хорошее занятие для развития взаимопонимания, взаиморазвития, поддержки. То есть это совместная третья чакра, да, наверное, третья чакра совместная. Ну и только это третья и чакра, можно сказать, и пятая чакра начинает себя. Это все вместе, то есть совместное развитие энергии, это всегда идет на пользу любым отношениям. А, так,
Ну вот, вроде мы закончили. Вот еще раз, как смотрится эта поляна. У вас представление есть, друзья? И мы двигаемся дальше на выход. Так, на этом, наверное, это видео я закончу, чтобы у вас... Ну, у вас уже есть хорошее впечатление. Это далеко еще не все. А вот это Татьяна, которая рисовывает. Вот это Татьяна, про которую я говорил. Которая Татьяна Мусенко, которая очень такая женщина, наполненная благостной энергией. Здравия. Здравствуйте. Взаимно. И вот она творит свое искусство. И вот эта счастливая девочка, которая получает такой прекрасный рисунок. Сколько у вас стоит нарисовать? У нас в зависимости от величины рисунка, такой 100. Угу. Можно полистать, выбрать. Можно, да? Конечно, нужно. Выбирайте. Вот такой всего лишь 100 гривен. То... Самое важное, это не... Татьяна напоминает потенциальным клиентам, что самое главное, это не рисунок, а энергия, которую я туда вкладываю. Это же мантра. Однозначно. Это же мантра. Это мудрые, процесс. Мудрые слова. Да, и просто многие об этом не знают, думают, что просто внешний рисунок, на самом деле это мантра, мандала. А в Индии вот женщины каждое утро, 4 утра, они рисуют мандалы перед тем, как... Начинается день, они благословляют всю семью, весь дом священными мантрами. И когда они их рисуют, эти мандры, они если прямо перед домом, перед входом в дом, прямо на земле, они читают молитвы. И тем самым они дают защиту своему дому, своей семье. Поэтому рисование мандал – это не просто графический рисунок, это молитва, запечатленная в изображении. Друзья, я желаю вам иметь свои молитвы, запечатленное в изображении, которое делает вашу жизнь более счастливой и радостной, наполненной счастьем, любовью и благостью. Ну, а мы продолжаем наше путешествие по Avatar Space. Avatar Space. Кстати, да, вот колокольчики. Кому нужны колокольчики для очищения пространства, все металлов. Вот чем дольше колокольчик звенит, тем более качественный металл. А скажите, пожалуйста, Матаджи,